Всем доброго времени суток, с вами канал Art Money, и сегодня у нас видеообзор вот такой шоколадки Alpen Gold Oreo. Молочный шоколад, новинка. Так вот красиво он выглядит, якобы прям очень-очень много этих печенюшечек. Вот 103 килокалорий, так, 95 грамм. Даже не 90, везде 90 уже, а тут 95. Вот такая маленькая картиночка их. А, состав здесь небольшой. Одну Е-добавку я вижу. Вот, хотя бы радует здесь состав небольшой, потому что «Щедрая Россия» сейчас был у меня обзор. Там большой состав, здесь поменьше. Вот, в конце ролика будет на него фотография. И посмотрите, какая она четкая, такая вся прям ровненькая такая. А, знаете, мне даже напоминает она кофе спрессованный, где вот воздух прям высосанный. Вот, мне здесь прям тоже так напоминает, как будто все высосано, все прям, все четко прям так. Все-таки они стараются для нас. Открываем. Немножечко она такого вида, на самом деле она у меня в тепле лежала. Я не люблю холодные шоколадки. Не буду ее трогать руками. Так. Ну, выглядит она, конечно, местами красивой, местами не очень. Вот, но здесь вот видно вот эти вот именно Орео печенюшки. Прям вот они видны тут сбоку, тут чуть-чуть, тут чуть-чуть. А вот с этой стороны вот она выглядит довольно хорошо. То есть можно, в принципе, понять то, что все в порядке там. А здесь вот как-то, с одной стороны, как-то эксклюзивно, вроде так чуть-чуть тут набросали каких-то мелких печенюшек. А с другой стороны, я все-таки надеялась, что будет, как и здесь вот на обертке. То есть, тут сверху не нарисовано, что там прям печенюшки видны. Они видны вот там. Посерединке. Так, ну и давайте же его, конечно, попробуем. Да, действительно, тут прям очень много чекопаек. Вот, но он прям что-то вообще тает. Очень сильно тает. Здесь то я смотрю, хотя нет, не везде прям так много, везде по-разному. Давайте сейчас мы вот эту разрежем. Разрезала я так специально, чтобы посмотреть, во всех ли одинаково, так, чтобы вам было удобнее видно. Ой, вообще что-то растаял. С этой стороны мало, с этой стороны много. То есть, в принципе, как она, а вот она, да, как она выглядела, со всех сторон прямо должно быть много. Но нет, тут не со всех сторон, в принципе, я так и знала, что будет там прям разнобой. Но все же мне казалось, что, может быть, там будут отдельно делать, то есть в два этапа, отдельного для начинки, то есть вот это место, и отдельно будет делаться верхушка. То есть для начинки они могли ну, не ручной работы, конечно, ручной работы робота, наверное, положить эти печенюшки в шахматном порядке. И тогда бы было вот точно так же. Но это специальная фотография, чтобы завлечь людей, что там очень много, чтобы они покупали, шли. Вот. Но на самом деле не во всех. Здесь вот поменьше. Вот, но они есть.
С одной стороны, видите, много, тут много, тут много, тут пусто. Тут уже нету. Здесь тоже пусто. По бокам вот много. То есть вот они как-то, они вот так вот идут. И давайте с вами ее попробуем. Сладкая, приторная, прям такая явно приторная. Печенюшек Орео, знаете, как только я положила, сразу мне сразу хруст появился, даже немножко напугалась. То есть печенюшки там есть, их много. Но получается так, то, что их много с одного края маленькой плиточки, их много, с другой края, с другого края их может не оказаться. То есть, ну, как-то вот так вот. Видимо, кучками сыпят. Не знаю, может, перемешивают как-то не так. То есть, ну, не так, как нарисовано на картинке. Все совсем по-другому. Вот, мягкая начинка мне очень понравилась, она очень сладкая, очень такая мягкая, нежная, жуется приятно, приятно, когда под зубами попадает Орео, очень приятно, он вкусный, вот, ну, шоколад чувствуется, конечно же, очень вкусно, очень понравилось, такую шоколадку, в принципе, да, ее можно подарить. Тем более это новинка, но я думаю, новинку могли бы сделать точно такую же, как на фотографии вот здесь вот. Хотя бы пока что у вас написано, это вот новинка. Что-то вот подобное надо было сделать. Потому что однажды все равно я куплю такую шоколадку, такую новинку, попробую ее, покажу людям. И люди будут знать, что... картинка, то есть фотография отличает от реальности. Конечно, это не везде, не у всех производителей. Вот, в основном все хорошо. Но вот, к сожалению, здесь так. Пока что, видимо, еще не научились делать. Вернее, умеют же, есть фотографии, в принципе. Значит, умеют. Вот, ну, в принципе, по-моему, мне кажется, сама плитка отличается все-таки от фотографии. Ну ладно, не будем вдаваться в подробности. В принципе, очень вкусно подарить можно. Начинки много. В каждой плиточке, я думаю, там много будет начиночки. То есть она есть. Сомневаюсь, что может оказаться плитка без начинки. Такое, конечно, может быть. Но я сомневаюсь. Вот, всем спасибо за просмотр, с вами был канал ArtMania, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, вот, смотрите мои другие ролики, мои обзоры на продукты, была вот только что чикапайка у нас с фикс-прайсом, вот, на нее посмотрите обязательно, вот, также смотрите другие ролики, наши путешествия с мужем, с сыном, на теплоходе, по городу, экскурсии. Вот, сыночка мы гуляем по городу, разведая разные интересные места. Вот, влоги наши. Чем мы занимаемся дома с сыночком, как мы развиваемся. Наши занятия. Также обзоры на технику, на продукты вот так же. На мои покупки в фикс-прайсе, в Озоне. То есть все. Также пишите в комментариях, чего бы вы хотели видеть на моем канале, я обязательно ваши предложения рассмотрю. И также не забывайте все-таки написать, оставить свой комментарий под этим роликом, пробовали ли вы эту шоколадку, понравилась она вам, не понравилась, вернее отзыв именно под роликом, мне будет очень приятно. Вот, и всем пока-пока.